Светлое Рождество, поделка из ткани и природного материала воспитанница Центра детского творчества Новомихайловского Дарья Олейник получила бронзу на 7-м краевом конкурсе детского творчества «Рождественский колокольчик». С юной мастерицей встретился Кирилл Асанов. Воспитанница Центра развития детского и юношеского творчества Дарья Олейник представила на суд жюри работу «Светлое Рождество», которую сделала из ткани и природного материала. Вот, например, вот это черный бархат. Ну, это вот как хлопок, голуби из флиса. Это, ну, бумага клеящаяся. Вот, это солома специальная. Тему своего произведения Даша выбрала после того, как прочитала библейские сказки. Мотивы ей казались близки. Победив в муниципальном этапе Туапсинского района, финал ее ждал в Краснодаре. Когда пришло положение о конкурсе, тогда мы сказали, что вот надо делать работу. Я продумывала, как сделать. Мне казалось, как-то это очень рождественски. Вот младенец Иисус рождается. Декоративно-прикладным искусством талантливая девочка занимается 7 лет. Но высокая оценка ее творчества на краевом конкурсе стала неожиданностью. Главным условием отбора материалов на фестиваль организаторы выдвинули неповторимость и индивидуальность работ. У меня было как несколько вариантов. Я искала в журнале, что можно сделать. Там были всякие разные колокольчики, шарики. Но мне хотелось что-то сделать именно как к Рождеству. И вот там была идея вот так вот. Но я собрала, вот, например, этой соломы сделано из ткани, как аппликация. Привлечение внимания детей к истоку православной культуры – одна из приоритетных задач конкурса «Рождественские колокольчики». Кирилл Асанов, Дмитрий Гришин, Роман Петров, телекомпания «Орленок ТВ».